Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я покажу, как работает коробка передач в новинке LEGO Technic 42-115 Lamborghini Sian. Но сначала я хочу поблагодарить подписчиков, которые поддерживают мой канал донатом. Спасибо вам огромное, вас немного, но тем ценнее для меня ваша поддержка. Также отдельное спасибо Сергею, который прислал мне несколько интересных наборов. Постараюсь на какие-то из них сделать обзор. В сегодняшнем видео я буду активно пользоваться компьютерной моделью трансмиссии этого набора. Я нарисовал ее в программе MLCAD. Ну и пока я не начал свой рассказ, надо сделать одно важное замечание. Если вы разбирались с коробкой передач Bugatti, знаете, как она устроена и как она работает, то это видео смотреть не надо, потому что в наборе 42-115 коробка передач точно такая же, как Bugatti, за исключением двух шестеренок. Откуда взялись две шестеренки, я, естественно, в этом видео покажу и расскажу. Еще раз, друзья, не слегка модифицированная, недоработанная, не переработанная. Она точно такая же, как в наборе 42083. В данный момент сборка находится примерно в середине второго этапа. Только что я закончил собирать механизм переключения коробки передач, так что ее демонстрация стала возможной. Здесь я пока не поставил двигатель. Он уже собран был чуть ранее. Он вот сюда подключается. Соответственно, вот это будем считать входным валом коробки передач, выходным валом двигателя. Перед коробкой передач мы еще видим селектор вперед-назад. И выходной вал у нас идет вдоль всей модели. Вот он с желтенькими вот этими коннекторами. По центру всей модели он идет. Здесь у нас сзади выход коробки передач, вот эта 24-зубая шестеренка. И дальше идет понижение 12 на 20 и 20 на 28 идет на дифференциал. Точно такая же конструкция спереди у нас. Вот шестереночки 12-зубые на 20-зубые. И, видимо, для снижения трения они сделали вот здесь вот двойную передачу параллельно, что спереди, что сзади. Я все подробно покажу на компьютерной модели, а сейчас кратко. Если мы передвинем селектор сюда, это будет задняя передача с 16-зубой шестеренки на вот эту вот 16-зубую один к одному. А если мы передвинем селектор сюда, то мы попадаем на вход коробки передач. Вот эта шестеренка на 20 зубов, и дальше пошла вот туда входной вал. По сути, эта коробка передач представляет из себя две коробки передач отдельных, которые соединены последовательно. Вот эта вот первая, которая является предумножителем, и вот эта вот вторая. Что у нас происходит при переключении? Вот это переключатель, он такой же тоже, как в Bugatti. Вторая передача, третья, четвертая. Вы видите, что пока только один селектор переключается, а второй остается в одном и том же положении. Но все изменится, когда мы дойдем до пятой передачи. Сейчас первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот у нас переключился второй переключатель. Переключалка это, собственно, вот здесь. Вот, смотрите, вот этой штучкой он его переключил. И здесь у нас изменился входной множитель. И дальше все передачи, которые были с первой по четвертую, умножаются на коэффициент, который равен 2,78. Чуть позже узнаем, откуда это. И получаются передачи с пятую по восьмую. После этого у нас сбрасывается после восьмой опять на первую. Вообще-то это девятая, но поскольку здесь у нас одинаковые передаточные отношения, то получается здесь такая же система, как в Bugatti, 16 передач, но с 9 по 16 равны тем, которые с 1 по 8. У меня периодически переключатель заедает, особенно это опасно при переходе с 4 на 5 передачу. Смотрите, тут надо щелкать, скажем так, агрессивно. Когда переключатель только один перещелкивается, очень легко происходит это вообще, без напряга. Но если я также нежно нажму при переходе с 4 на 5, вот вы видите, что соскакивает вот здесь трещотка, и второй вал не поворачивается. А если я агрессивно нажму, то все будет нормально. Вот, смотрите, это не случайность. Вот я так спокойненько пытаюсь переключить, и ничего не выходит. Вообще, походу, все сломалось. Вообще механизм довольно хрупкий. Смотрите, вот эта вот резиночка. Сейчас мы дойдем до этого момента. Если я ее уберу, то вообще будет
все плохо. Вот так вот могут под 45 градусов встать коннекторы. Потом сами встать нормально. В общем, вот эта вот маленькая резиночка критично влияет на работу этого механизма. Так, вот я вернул в исходное положение. Покажу крупным планом переключатель передач в работе. Этот коннектор толкает шестеренку на 24 зуба. И это дело все вот здесь фиксируется шаровым пином, который через резиночки, скажем так, подпружинен. В Бугатте была такая же система, но здесь был не шаровый пин, а здесь была оська. И тоже резинкой была подпружинена. Ну, скажем так, механизм работает не без сбоев. Ну и поскольку, как и в Бугатте, здесь несколько последовательно соединенных коробок передач, здесь большие люфты, вот в этих муфтах сцепления по 90 градусов каждый. И тут такая же проблема, как в Бугатте. Смотрите, я сейчас как бы вращаю колеса в одну сторону, качу модель в одну сторону. Вот стал вращаться вал двигателя. А теперь, допустим, я начну катить модель в обратную сторону. Я замерю угол, на который я поверну шестеренку, прежде чем снова начнет работать двигатель. Смотрите. 90 градусов. Еще 90. 270 уже. Полный оборот. Еще 90. 540. Короче говоря, практически два полных оборота колеса. При диаметре колеса 81,6 мм, это даст нам расстояние порядка 70, что ли, сантиметров. Тут, конечно, еще небольшое повышение с дифференциала получается на эту шестеренку, которую я крутил. Но все равно вы представьте, больше, чем полметра вы катите модель, а двигатель не работает. Ну и ты начинаешь думать, а вдруг что-то не так. Но это все из-за вот этих люфтов. То есть все те же проблемы, которые были в коробке Bugatti. Я подключил XL-мотор к тому месту, где должен быть двигатель. Давайте посмотрим, что у нас получится. Включаем заднюю передачу. Вот колеса стали вращаться назад. Теперь переключаем на передачу вперед. Выбрана первая. Колеса стали вращаться вперед. Попробуем включить вторую. Ага. На ходу передача не включается. Все, ее застопорило намертво. Эксперимент с мотором был не ради хейта, а чисто из любопытства. Естественно, подключение мотора тут не было предусмотрено. И не рекомендую это повторять. У меня там в одном месте кое-что выломалось и коробка заклинилась. Я не сразу нашел, что отошло. Вот там вот желтые коннекторы. Они выскочили под нагрузкой вместе с шестеренкой. И некоторое время я потратил на поиск этой неисправности. Поэтому не рекомендую подключать мотор, особенно XL, к этой трансмиссии. Можем посмотреть, что все передачи вращаются в одну сторону. Сейчас колеса крутятся вперед. Продолжает крутиться вперед. Ну, собственно, тут и не должно быть никаких проблем, потому что в Bugatti все было нормально. Давайте перейдем к компьютерной модели. Итак, друзья, на ваших экранах основная часть трансмиссии набора 42-115. Выглядит довольно сложно, но давайте попробуем это дело упростить. Я здесь отметил желтым входной вал, который идет от макета V12 двигателя. Селектор передач вперед-назад. Зеленый вал выходной, который идет вдоль всей модели. Дальше оранжевый вал – это вход коробки передач, если быть точным, первой части коробки передач. Розовый вал – это выход первой коробки передач. Сиреневый вал – вход второй коробки. И голубой вал – это выход второй коробки и, соответственно, всей коробки передач.
Белым отмечены промежуточные шестеренки, через которые просто насквозь передается вращение с передаточным отношением 1 к 1. Также здесь я нарисовал передачу 12 на 20, и с вот этих 20-зубых шестеренок уже пойдет вращение на дифференциал. В дальнейшем я не буду это рисовать, потому что на всех передачах это зацепление одинаковое, и его незачем учитывать при подсчетах. Давайте посмотрим на заднюю передачу. Вот так вот она просто и понятно выглядит. От двигателя идет передаточное отношение 1 к 1. Здесь еще было 12 на 20, но их тоже незачем учитывать, они будут одинаковые на всех передачах. Итак, задняя передача, передаточное отношение 1. Посмотрим, что будет на первой передаче. Здесь мы видим селектора 16 на 20 передача, карданный вал, и дальше у нас используются две муфты, а две муфты отключены. Получается, что в первой части коробки передач передачное отношение 1 к 1, и дальше 12 на 20 во второй коробке передач. Ну и на выходе 3 к 1. Если мы все это перемножим, мы получим передачное отношение 1,44. На второй передаче немножечко усложнилась вся эта система. Первая часть коробки в таком же положении. Передаточное отношение 1 к 1. Дальше через вот эти белые идет на вход второй коробки. И дальше вот сюда, через вот эти белые 1 к 1. Вот тут 8 на 8. И идет 16 на 20. После чего вот здесь возвращается через вот эти 16-зубые. И идет уже на выход выходная передача 3 к 1. Результирующее передаточное число получается 1,92. Включаем третью. Третья передача. Первая половина такая же. Дальше у нас здесь просто остается 1 к 1 и 3 к 1. В результате получаем 2,4. Ну и четвертая. Выглядит вот таким страшным образом. Здесь у нас уже идет во второй части повышение 20 на 16. Все остальное никак не изменилось. Ну а дальше настает время пятой передачи. Смотрите, что произойдет. Первая часть коробки дает нам дополнительный множитель, равный 20 на 12 в квадрате, потому что здесь две передачи 20 на 12 последовательные. 20 на 12 в квадрате это примерно 2,78. И, собственно, пятая передача получается с первой умножением на это число 2,78. Получается 1,44 на 2,78, примерно 4. Остальные передачи с 6 по 8 получаются, соответственно, из 2, 3 и 4, также умножением на вот этот коэффициент, потому что дальше вторая часть коробки работает циклически, так же, как и первые 4 передачи, дальше получится с 5 по 8. Для удобства я сделал табличку. Вход – это передаточное отношение на селекторе вперед-назад. Ступень 1 – это, соответственно, первая часть коробки. Предумножитель. Ступень 2 – это вторая часть коробки. Выход 24 на 8. На передачах вперед везде одинаковый. Ну и в последней графе – результирующее передаточное отношение. Ну а вот чем отличается эта коробка передач от коробки передач Bugatti. Вот этот вал, который идет вверху, он у Bugatti вынесен вот сюда в бок. То есть он на уровне второго ряда, но сбоку. А здесь он как бы третий ряд образует, третий слой. И, соответственно, чтобы вернуться с третьего слоя обратно вниз, здесь добавили две вот эти вот красные 16-зубые шестеренки. Они просто на пинах, и через них вот с этой шестеренки передается вращение на серую шестеренку нижнего ряда. Отсюда две дополнительные шестеренки. Итак, друзья, давайте коротко повторю основные моменты. Макет двигателя соединен с селектором передачи вперед-назад. Задняя передача в наборе одна, передаточное отношение 1 к 1. Основная коробка передач состоит из двух коробок передач, соединенных последовательно. Первая является предумножителем, и, соответственно, мы получаем 4 на 4, 16 передач в этом наборе. Но предумножитель сделан так, что первая передача его равна третьей, вторая, четвертая, поэтому у нас получается с первой по восьмую один набор передач, и с девятой по шестнадцатую он повторяется. Надеюсь, моя демонстрация на компьютерной модели была понятной. Думаю, моя довольно подробная табличка поможет окончательно все разложить по полочкам. Ну а на сегодня у меня все, я продолжу сборку. До скорого, пока!